Несовершеннолетний закладчик наркотиков пойман с поличным в Кустанае. Преступную деятельность выявили сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности департамента полиции Кустанайской области, которые задержали 17-летнего жителя города на проспекте Кабланды-Батыра. У которого в ходе личного обыска было обнаружено изъято 8 свертков белого цвета. Согласно заключению экспертизы, данное вещество является наркотическим средством синтетического происхождения мефедрон. Общим весом более 3 грамм. Каждая из 8 доз порошкообразного вещества была уложена в зип-пакет, который был обмотан изолентой. Сам несовершеннолетний поначалу, как сообщают полицейские, утверждал, что нашел свертки на улице. Однако оперативники выяснили, что это не так. Приобрел по закладке через интернет-магазин, сам лично. Для дальнейшего распространения установлено следствием. Ответственность грозит от 10 до 15 лет. По данным полиции, это уже второй несовершеннолетний житель области, задержанный по подозрению в причастности к подобной преступной деятельности. С начала текущего года у нас зарегистрировано более 200 преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Также из незаконного оборота изъято более 43 килограмм различного вида наркотиков. В ведомстве отметили, что в том числе 2,5 килограмма изъятых веществ – это так называемая синтетика. Алексей Краснов, Виталий Луговской, РТН.